В распоряжение тверских летчиков после ремонта поступил сверхтяжелый транспортник «Руслан». О торжественной встрече самолета в аэропорту Мигалова расскажут наши журналисты. Воздушное судно Ан-124-100 проходило сервисное обслуживание на Ульяновском самолетостроительном предприятии. Он вылетел из авиаремонтного завода в Ульяновске и взял курс на Тверь – место постоянного базирования. По программе восстановления летной годности на транспортнике выполнены работы по оценке технического состояния. Проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя элементы, устранены эксплуатационные повреждения «Руслана». На испытательной станции самолет успешно выполнил заданную программу наземных и летных испытаний. По современным нашим сегодняшним критериям, нашим, международным, он полностью соответствует категории пятого поколения воздушных судов по вопросам навигации, точной навигации, экологическим нормам, нормам авиационной безопасности. В общем, это уникальный современный самолет. Военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» – самый грузоподъемный серийный транспортник в мире. Предназначен для воздушной перевозки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, а также для проведения крупномасштабных десантных операций по переброске личного состава и тяжелой боевой техники. Самолет Ан-124, он легендарный не только по своей сути, самому замыслу конструкторскому этого самолета. Он позволяет выполнять задачи, которые не подсильны другим воздушным судам, другим самолетам, ни в одной стране мира. И это уже не первый отремонтированный сверхтяжелый транспортник, который поступил в распоряжение тверских летчиков.